мы взяли лодку в прокат. 30 евро на час. Водить можно самим. Автомобильный тоннель, по которому мы каждый раз проезжаем, едем в эту сторону. Водитель данного плавсредства. Но вообще, я хочу сказать, они смелые. Просто садили нас в лодку, показали, в какую сторону крутить рулем, и все. Ни спасательных жилетов здесь нет, ничего. Здесь есть пляж, на который только с воды можно добраться. Маленький. Кстати, лежаки там есть. И даже бар какой-то, надо же. Совсем уединенный получается под скалой. Посмотрите, какого цвета вода волшебного. Тут ребята со скал ныряют, водоют. Только плюхи слышны, как они в воду грохаются. Мы подплыли к Будве. Вот это пляж старого города. Вон видны старые стены старого города, крепостные, или как их назвать. Вот это Будванский пляж. А вот на этот остров можно приплыть на паромчике из Будвы. Загорать и купаться здесь в чистой воде. Ну вот, наш час прошел, мы вернулись на берег, нам очень понравилась эта прогулка. Если не боитесь сами рулить, очень советую. Ездили мы вот на таком суденышке. Медленно, но тихонечко едет. В правой стороне от входа пляж становится чем дальше, тем более песчаным. И вот там столько народу, просто немыслимое количество. Нам все-таки нравится
та часть пляжа, которая прямо у входа расположена. Там лежаки хорошие, там дорожки, там отличный вход в море. Галечка есть, конечно, но она не больная. Вода, кстати, чистейшая. И если есть у вас маска с трубкой, то, в принципе, можно ее сюда взять. Тут не бог весть, что смотреть, конечно, но рыбки есть. Детишек здесь. Вон какой песок. И крупнозернистый такой песочек, смешанный с мелкими камушками, здесь на пляже. Ну и чем правее, тем лучше песок. Здесь попросторнее, наконец-то, ближе к горе. Точно так же песок, но лежаков меньше и народу поменьше. Можно идти сюда. В конце пляжа вообще вон какой песок. Грязновато, конечно, но ничего, зато песок классный. И народу поменьше. Речка сюда вытекает. Здесь много людей приехало на пикники со своими корзинами, со своими зонтиками. Самый правый край пляжа Яс. Спасибо.